Ну, хорошо начали, реализовали свои моменты и доиграли игру хорошо. То есть мало дали реализовать броски, у них были очень острые моменты, так что хорошо, Юха спас. То есть хорош. Сильно команда переживала, расстроилась, что не удалось на ноль отыграть? Ну, вы же понимаете, главное выигрыш. Сейчас неважно, ноль или не ноль, главное выиграть игру. Прокомментируйте, пожалуйста, момент столкновения с Сергеем Мазякиным, после которого он не выходил на человека. Честно сказать, я не помню. Я помню, что я даже не видел, что это Сергей Мазякин, просто сыграл в тело, а потом уже увидел, что это Сергей. Честно сказать, не могу комментировать. Был момент, когда и Кольдов, и Панин там получили травмы. Вот тяжело было, там по времени, наверное, больше стали проводить. Вот как справлялись в этот момент? Ну, хорошо, играли попроще. То есть мы уже, как я сказал, уже в первом периоде уже задали тон и просто уже доигрывались просто игру. Так что все ребята молодцы. Все-таки закрыли, удалось закрыть первое звено Магнитки, за счет чего это удается? Ну, разбираем их игру, делаем свою игру, то есть соблюдаем все то, что говорит тренер. То есть есть тактика на игру, то есть мы ее соблюдаем, так что она пока дает результат.